Итак, всем привет, и сегодня мы с вами продолжаем играть в... Вот в этот мод. Да. В предыдущей серии у нас была куча всего. Мы побегали по вот этой карте, сегодня пойдем сюда. На каких динозавров мы охотились, я не помню. Возьмем процератозавра. Дробовик. Все виды камуфляжа. День. Поехали. Так, прибавлю звук. Главное, чтобы сегодня все записалось нормально. Чтобы я ничего не тупанул, неправильно не поставил. Ой, поехали. Я слышу, кто-то убегает. Кто-то там убежал. Карта будет лагать, потому что здесь какая-то растительность на земле, ее еле видно. Но грузить ее будет сложно. Я слышу, кто-то топает здесь. Так, двигаемся в сторону этих динозавров. Кстати, изображение манков очень классное, вон они сверху. Стоп. Я слышал крик спинозавра. Где-то здесь. Ну ладно. Идем дальше. Я действительно слышу какого-то очень большого хищника. Помимо шагов процератозавра. Опа. Так. Так. Черт. Отлично. Так, перезарядка. Так, кто помнит наши трофеи? Здесь анкилозавр, какая-то штука. Паразавр, какая-то штука, еще штука. Стегозавр, трицератопс. Дилофозавр, какая-то штука. Процератозавр. И пошли дальше всякие разные интересные динозавры. Я даже не помню, чтобы такие у нас были. Ладно, убираем этих говнюков и идем дальше. Кстати, что там? Вертолет. Ну ладно. Давайте мы возьмем эту карту с... паразауролофом, чтобы мы могли взять пушки покруче. Типа УЗИ, дробовика. Ах, на арбалет не хватает. Пистолет, потому что он стреляет быстро. Ну и ладно, револьвер. Будет у нас куча оружия, мы сегодня будем просто Рэмбо в джунглях. О нет, опять меня заспаунили рядом с ним. Так, кого-то слышу. Паразавр. Итак, там впереди гигантское стадо паразауролофов. Огромное просто стадо. Их очень много, но ладно, пофиг. Не нужны они нам. Я вижу что-то на карте впереди, какие-то квадраты. Так, отстань от меня. Итак, я приблизился к этому месту. Это самолет. Так, мне кажется, кто-то меня преследует. Либо это не преследование, а убегание кого-то от меня. Ладно. Тут, как обычно, всякие коробки. Объекты. Это самолет. Меня к нему не пускают. Окей. Немного не понимаю, к какой части парка юрского периода это локация. Они же вроде все к какому-то фильму. О, стоп! Меня преследовали все это время. Отлично. Но как-то очень медленно меня преследовали. Тираннозавр Рекс. 13 тонн. Офигеть. Так, я нашел здесь еще одного динозавра. Пахицефалозавр. Отлично. Выходим. Как-то он меня не заметил, хотя я подкрался довольно близко. Анкилозавр пошел вон. Тираннозавр. Прекрасно. Не думал, что Тирекс откроется именно на этой карте.
И я не думал, что он будет таким легким. И пахицефалозавр. Умер довольно быстро. Итак, я вернулся на эту же карту. Стоп, на меня нападают! Нет! Сейчас сожрут! А, черт! Какие-то интересные рапторы. Все-таки это к третьему парку. Так, крытозавры. Крытозавры. Какая-то лодка. Так, отлично. Один минус. Так, осторожно. Еще один минус. А, черт, промазал. Черт. Убежали. Ну ладно. Отлично. Так, тут были рапторы, запрыгни на коробки. Какие-нибудь, давай. Дерьмо. О, на меня нападают опять, нет. Нет, почему? Да черт, а, неудача. Итак, я снова нашел корытозавров, только теперь позиция хуже некуда. Ветер дует примерно в них, так что будет сложно. Ну, давайте для начала отбежим их. Так, надо устранить эту помеху в виде анкилозавра, хотя он сам убежал. Так, присядем, и можно стрелять вот. Не попал. Не попал, было очень близко. Отлично! Надо следить в оба, нас опять могут убить. Так. Отлично. Хорошо, что остальные динозавры нас не замечают, когда мы убиваем других. То есть они не реагируют на смерти своих собратьев. Возьмем дробовик. Получай. Отлично. Мы убрали целое стадо крытозавров. А, черт! Да какого фига? А! Фу, как я испугался. Фуф. Они опять меня поимели. Кстати, компсогнат. Очень маленький. Вот кто вечно орет. Я-то думаю, кто орет. Это он. Крохотный динозавр. Так, дерьмо, засада на меня опять. Нет. А, черт, мы сдохли. Итак, я снова вернулся на эту карту, в этот раз вот с этой пушкой. Теперь каждая тварь получит по заслугам от нас. За наши смерти. Я видел тут пахицефалозавров. Ого! Какие огромные. Я заметил... А! Черт! Фух! А, они нападают? Вот дерьмо. Получайте. Отлично. И они исчезают. Я уничтожил их, я отомстил. Правда, я отомстил не тем, но ладно. Знаете, я хочу сказать, что эта карта определенно заслуживает своего места в моде, потому что она офигенная. Тут много всего, тут много динозавров и много опасностей. И что-то звенит мне в ухо на этой карте сейчас. Перестало. Вот, эта карта очень классная, здесь очень много всего происходит. Я вижу какого-то паука. Офигеть.
Здесь реально много всего. Мне это очень даже нравится. Я кого-то вижу. Это гигантский каретозавр. А, еще один. Надо присесть. Мне нужен вот этот побольше. Отлично. Так. Осторожно. О! Что это? О, дерьмо! Офигеть, нас сожрал спинозавр. Вот кто мог об этом подумать, что на меня выскочит спинозавр? Офигенная карта. На меня бегут рапторы. Черт, быстрее оружие. На какую букву? На 6. Получайте! На. Говнозавры. На. Прекрасно. Наконец-то я их поимел. Первый раз. Итак, наши рапторы. Этот мелкий, этот достаточный, этот мелкий, этот мелкий. Пахицефалозавр мелкий. А, тут еще один. Тоже уходи. И вот он, этот раптор из третьего парка. Может быть, его на превью возьму, хотя нифига не видно из-за этого забора. Так, отлично, выходим. О, спинозавр опять! Подбил, серьезно? Я попал! Я попал как... За секунду до выхода я попал в какую-то смертельную зону, и он упал. Я видел, скажи, что я выиграл, игра, давай. Серьезно? Офигеть. Я просто каким-то последним выстрелом попал ему куда-то в бок, вот сюда. И он откинулся. Офигеть. Так, непонятные у них веса. Но я уберу этих двух. Вот это офигеть, конечно, спинозавр. Ох. Главное, спереди, когда я стрелял ему в глаза, в голову, я не смог его убить. Но вот сбоку я попал, и он умер. Странно. Итак, мы загружаемся последний раз и на этом заканчиваем это видео. О, черт! О, дерьмо! О, дерьмо! Фух! Он два раза промахнулся! А! Так. Так. Фух. Выходим. Фух. Я шел и услышал этот саунд-эффект велоцираптора, когда он прыгает. Я обернулся, смотрю, никого нет, и в итоге... Фух. Ох. В итоге оказалось, что это... Он промахивался все это время. Вот он. Другой вид раптора. Белый. На этом мы закончим. Вот так вот. А, стоп, нет, у нас есть вещь покруче. Спинозавр, вот. Фух, всем спасибо за просмотр. Ах, да, все, я запутался от страха. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем до встречи в следующем видео.